Солнце. Грандиозное, могучее, непобедимое. Оно возникло еще до формирования Земли и будет продолжать светить, когда Земли уже не станет. Без Солнца не было бы и нашей планеты. Мы благодарны ему за то, что на Земле есть жидкая вода и газообразный воздух, за то, что солнечная энергия дала возможность существовать на нашей планете удивительному феномену – жизни. Солнце сформировалось из гигантского облака газа и пыли. Это произошло примерно 4,5 миллиарда лет назад. Случайное сгущение притягивало к себе окружающий газ. Чем больше становилась масса, тем сильнее оказывалось притяжение. 98% вещества газопылевого облака сконцентрировалось в огромном сгустке. Гравитация сжала его в плотный горячий шар. Звезда получилась громадной. Диаметр Солнца в 109 раз превышает диаметр Земли, а его масса в 330 тысяч раз больше массы земного шара. Поверхность Солнца нагрета до 6000 градусов. Температура его недр достигает 15 миллионов градусов. Гигантское давление и высокая температура поддерживают в центре нашей звезды термоядерные реакции превращения водорода в гелий. В результате выделяется огромное количество энергии. Даже крошечной доли этой энергии, попадающей на Землю, хватает для того, чтобы на нашей планете было тепло и светло. Как только астрономы изобрели телескоп, оказалось, что на поверхности нашего светила иногда возникают загадочные образования – солнечные пятна. Уже в 17 веке начались их регулярные наблюдения. Изучая Солнце с помощью наземных и космических обсерваторий, астрономы узнали, что в атмосфере Солнца иногда происходят мощные и грозные события. Вспышки, смертоносные потоки заряженных частиц, выбросы облаков плазмы могут влиять на нашу планету и на ее биосферу, и даже на технику земной цивилизации. От мощных потоков радиации, сгустков плазмы и заряженных частиц нас спасают магнитные и воздушные оболочки Земли, магнитосфера и атмосфера. Иногда всплески солнечной активности бывают такими сильными, что их влияние становится опасным и для живых организмов, и для нашей техники. Изучая Солнце, мы учимся защищать среду нашего обитания от грозных солнечных бурь. Солнце – основа нашего существования, надежный источник света и тепла, а значит,
и жизни на Земле. Оно определяет космическую погоду в окрестностях нашей планеты. Когда-то люди поклонялись Солнцу. Сегодня они детально исследуют его и все более эффективно используют энергию, которую нам щедро дарит наша звезда.